Не секрет, что найти хорошего отоларинголога в Калининграде сложно. Медицинский центр «Апрель» решает эту проблему. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, присаживайтесь. Что беспокоит? Болит ухо, правое уже 2 дня. Помимо боли в ушах, к лор-врачу следует обращаться в следующих случаях. Если вы длительно закапываете сосудосуживающие капли в нос, если у вас есть осиплость голоса и увеличение лимфатических узлов и температуры, если у вас есть выделение или зуд в ушах, если длительные боли в горле сопровождаются повышением температуры, образованием пробок на миндалинах или гнойных налетов. Итак, в течение недели закрывайте ухо от воды, закапывайте лечебные капли по 3 капли 3 раза в день. Кроме того, ухо нельзя чистить и манипулировать в нем. И через неделю покажетесь на осмотр. Ежедневная помощь от отоларингологов в медицинском центре «Апрель». Медицинский центр «Апрель». Улица Партизанская, 6, телефон 91 91 50.